Это была ты. Выйдите все. Я сказала, выйдите! Это я тебя привела во дворец. Ты ведь помнишь тот день? Измученная, связанная веревкой в лохмотьях. Я вам очень благодарна за это. Но никто не мог предугадать, что так получится. Судьба сыграла с нами злую шутку. Ах так? Интересно. Так ты оправдываешь свое коварство? Госпожа... Ты оказалась подлой змеей! Я относилась к тебе по-доброму, а ты молчала. Смотрела мне прямо в глаза и молчала. Ты скрывала правду. Но мне подсказало сердце насчет тебя. Это было просто подозрение, чувство. Поэтому я отправила тебя к Мехмеду. Избавиться от этого подозрения! Я не думала, что так получится. Я должна была сразу признаться. И тогда мне стыдиться было бы нечего. Стыд есть, когда есть чувство собственного достоинства. А такой твари, как ты, он не знаком. Но у меня не было никакого выхода. Я была вынуждена молчать. А теперь ты была вынуждена говорить, не правда ли? И что ты собираешься делать? Просить прощения? Молить о пощаде будешь? Я пришла не просить прощения. И пощады от вас не жду. Вы можете сделать со мной все, что захотите. У меня нет такой силы, чтобы вам противостоять. Но силы мне дает любовь к повелителю. Любовь, значит? Да кому нужна твоя любовь, а? Ты трусливая тварь! Подлая ядовитая змея, затаившаяся в своем гнезде! Ну, берегись! Я тебя убью! Слышишь, дрянь, я убью тебя! Мама? Фирузе, что с тобой? Ты заболела? Шахзаде, не бойтесь. Я здорова. Назлы. Госпожа! Ну, довольно. Госпожа, откройте госпожа, дверь! Госпожа, пожалуйста! Госпожа, откройте дверь! Откройте дверь, госпожа! Отныне я не желаю видеть эту тварь. Спрячь ее где хочешь. Что стоишь? Никто и никогда на моей дороге не встанет! И знаете, наступит такой день, когда она будет молить о смерти. С ним Назлы Хатун. Скоро уснет, госпожа. Аллах. 40 лет думай, все равно не придумаешь. Девицу-то укрыли прямо под нашим носом. Чтобы защитить ее, они выбрали самое надежное место. Иначе как бы она укрылась в гареме? Что будем делать, госпожа? Вы что-нибудь прикажете? Thank you.
можешь идти. Сулейман. Назлы? Слушаю, госпожа. Что произошло? Где повелитель? Когда я пришла, повелителя уже не было. Ночью вам не здоровилось. Лекари дали вам лекарство, чтобы вы уснули. Госпожа. Волновался. Надеюсь, вы здоровы, иншалла. Шехзаде Мехмед сейчас находится в своих покоях? Шехзаде вместе с повелителем спустился в сад. Мне стыдно перед моим сыном за вчерашнюю ночь. Хорошо. Хоть не знает, что я посылала к нему Фирузе. Отберите вместе с Нигер новых рабынь. Можете не волноваться, госпожа. Я немедленно этим сама займусь. Я все устрою, а ты будь рядом с госпожой. Госпожа, а давайте пройдем другим коридором. Что такое, Сюмбюль? Да просто... мне очень не хотелось расстраивать вас. Ты что-то говоришь? Ты правда стала фавориткой султана? И что тут происходит? Фирузе Хатун. Повелитель приказал перевести ее на этаж фавориток. Дорогу! Хасеки Хюрен Султан Хазрет Лери! Живее. Ну что вы застыли? Быстро-быстро займитесь делом. Госпожа, я вам принесу ромашковый шербет. Он хорошо успокаивает. Не хочу ничего. У вас со вчерашнего дня крошки во рту не было. Хотя бы немного надо... Хюрем, ты выглядишь неважно. Ты что, заболела? Нет, я здорова. Нигер Хатун меня развлекает рассказами. Вспоминает, как хорошо ей было с Пашой. С Фирузой тоже побеседуй, Хюрем. Уверена, и у нее будет что тебе рассказать. Помнишь,
Помни, что ты мне говорила, Хюрем. Не может женщина этого не знать. Эта девушка года два была рядом, а ты все проспала. Не иначе у тебя был весьма глубокий сон. А вы меня с собой не сравниваете, госпожа. Мой муж – величайший властелин мира. Сам к ней ехать на мгновение глаза, и меня уже не будет в живых. Так или иначе, это не прелюбодеяние. Да и ребенка у нее нет. Ты придумала ненадежное утешение. Признай, Хюрем. Тебя победили. Победа на коварстве, госпожа. Вы все настроены против меня. Вы замышляли этой игрой покончить со мной. Но только эта девица лишь одна из многих рабынь. И то, что она провела несколько ночей с повелителем, никогда не сравнится с правдой. А это правда. Моя любовь. Не надо никого обвинять, Хюрем. Мы лишь позаботились о том, чтобы повелитель ее увидел. Не более того. Возможно, ты помнишь? Для повелителя был устроен праздник. Тогда он Фирузе увидел. Она ему понравилась. И он бросил ей фиолетовый платок. А кроме того, было письмо. Оно является явным доказательством этой любви. Теперь она уже на этаже фавориток. И повелитель послал ей немало ценных подарков. Следили бы за своим возлюбленным супругом так же пристально. Не обольщайся, Хюрем. Любовь, о которой ты говоришь, прошла. Твое солнце закатилось. Пытаясь вернуть повелителя, ты будешь опускаться все ниже. Махидевран испытал все это. Ты можешь совершить те же ошибки. Ты думаешь, что сможешь избавиться от Фирузе? Например, убить ее? Но тебе даже это не поможет. А знаешь почему? Потому что повелитель спустя столько лет смотрит с любовью не на тебя, а на другую. Госпожа. Кирасага, у тебя здесь какие-то дела? Ну, Михримах Султан звала. Вот я и ждал ее. Жду ее. Я все думала выбрать подходящий момент, но до сих пор начать разговор не получалось. Не пугай меня. Что-то случилось с Джахангиром? Нет, речь обо мне. Госпожа, мне... Как ты осмелилась сюда войти? Сейчас же убирайся. Ты слышала, что я сказала? Иди вон! Мама! Я сказала, пошла вон! И не смей никогда больше сюда входить! Чтоб я тебя не видела рядом со своими детьми! Ты меня поняла? Гадюка. Мама, Фирузе моя служанка, и мне это не нравится. Ни слова. Не то сейчас достанется и тебе. Чем она провинилась? Фирузе очень хорошая. Не страшно, если и допустила ошибку. Михримах, так вот знай. Это змея.
та изменница, что от нас скрывали, твоя милая Фирузе. Госпожа, доброе утро. Джихангир еще спит? Нет, уже проснулся. Я приготовила завтрак. Но он ничего не хочет есть. И вчера так было. Может, у него болит что-то? Джихангир, мальчик мой милый, иди сюда. Сынок, почему ты не ешь? Если какое-то блюдо не нравится, то тебе сейчас непременно приготовят что-нибудь другое. Не буду я есть. Но так нельзя, дорогой. Ты должен кушать. Ты ведь хочешь стать большим и сильным, как твои братики. А Фирузе где? Я хочу, чтобы она меня кормила. Фирузе больше нет. Она уехала. Теперь с тобой будет Назлы. Она добрая, хорошая. Я хочу, чтобы была Фирузе. Пусть придет Фирузе. Я же сказала тебе, она уехала и уже не вернется. Ну, успокойся, не плачь. Не расстраивайся. Я покормлю тебя. Это я позвала ее к Джихангиру. Назлы. Отведи Шахзаде в его комнату. Приходи еще. Я тебе сказала, кажется, чтобы ты близко не подходила к моим детям. Как же ты посмела прийти сюда? Матушка, она не виновата. Позволь узнать, раз ты смелая такая, чего же ты тогда пряталась от меня, как жалкая тварь? Просто я боялась. Не вас, госпожа, нет. Что потеряю повелителя? Что легко далось человеку, то будет легко и потерять. Никого и не будет. Ты ничтожество. Все, что у тебя есть, это жизнь. И она мной отмерена тебе, Фирузе.
можешь идти. Останься, Мехримах. Матушка. Ты не должна посторонних защищать в их присутствии перед своими родными. Никогда. А скоро оно готово будет. Не скоро. Тут еще много работы. Какой красивый камень. Изумительный цвет. Не сомневаюсь, в твоих руках он превратится в сказочное кольцо. Дивный камень. А как называется? Почему ты спрашиваешь? Мне интересно. Что, тебе сложно ответить? У тебя нет желания со мной даже разговаривать. Хюрем, тебя что-то мучает, я это сразу понял. Как только ты вошла, скажи, что, и тебе, и мне станет легче. Я хочу знать лишь одно. Ты любишь ее? Фирузе, ты любишь? После самой темной ночи появляется солнце и освещает весь мир. Вот какая она. Госпожа. Рустам-ага, ты обязан всегда быть при государе. И ты можешь войти в его покои в любое время, так? Совершенно верно, госпожа. Что вам угодно, я все исполню. Приказывайте. Девушка одна есть. Ее зовут Фирузе. Я хочу, чтобы ты ей послал подарок от меня. А,
Госпожа, я приходил к вам, но мне сказали, что вы с утра ушли очень рано. Да, встречалась с Рустемом Агой, а потом решила прогуляться, вот и все. Конечно. Сюмбюль, никому ни слова об этой встрече. В том числе Нигер. Ей особенно ничего не говори. Понял, госпожа. Госпожа, если желаете, я приготовлю хамам. Вода хорошо успокаивает, очищает тело и душу. Зачем тебя вызывал Паша? Как я и говорил, хочет от меня избавиться. Санджак Би в Таке назначил. Этот Санджак далеко на юге. Вот это новость. Повелитель знает об этом? Да, я сказал ему, что я отказываюсь, но он Пашу хочет выслушать сначала. Подождем, что будет. А я тоже постараюсь поговорить с ним. Ты мне нужен здесь. Благодарю вас, госпожа. Рустем Ага теперь о нашем деле. Будь готов к ужину, нам пора действовать. Госпожа, подойди, Назлы. Ну что там? Им сейчас понесли ужин, госпожа. Хорошо. Ну вот, наконец-то я теперь смогу спокойно уснуть. Сулейман хан Хазрет Лири! Сулейман. Сюмбюль сказал Джихангиру не здоровиться. Немножко. Весь день сегодня какой-то беспокойный. Только что едва уложила спать. Сулейман. С этим смириться трудно. Особенно мне. Но если ты так хочешь, и если тебе с ней лучше, ты счастлив, тогда что ж. Только будь рядом. Больше я ни о чем не прошу тебя.